Сводный хор школ эстетического воспитания города Харькова. Главный хормейстер Ирина Фарафонова и лауреат международных и всеукраинских фестивалей, народный художественный коллектив театр танца «Карнавал» городского дворца детского юношеского творчества, художественный руководитель, заслуженный работник образования Украины Марина Белецкая. Сегодняшний концерт школ эстетического воспитания города Харькова
посвящен человеку, который много лет был режиссером, вдохновителем и душой наших концертов. Народному артисту Украины, почетному гражданину города Харькова Феликсу Аркадьевичу Чигаровскому. В следующем году.